Добрый день, дорогие ребята! Сегодня я проведу с вами мастер-класс вышивка лентами цветов мака. Для того, чтобы вышить такой мак, вот такой, нам необходимо взять 9 сантиметров ленточку красного цвета, сложить пополам, вырезать, скруглить. Лепестки мака. Наживить. Когда мы стянем ленточку, у нас получится заготовка вот такого цветка. Итак, таких две заготовки я сделала. И пришивать, где у нас будет вышивка мака. Пришила. Теперь нам необходимо сделать вот такую вот коробочку мака с тычинками. Для этого мы берем квадратик зеленого цвета 5 на 5. Из него вырезаем кружочек по периметру. Но сначала мы должны этот кружочек обжечь. Потом наживить по периметру, стянуть ниточку и заполнить его любым материалом, синтепоном или ватой. В конце, когда мы затянем и зашьем хорошо крепко, мы должны просто эту коробочку оформить вот таким образом, крест-накрест. Когда мы сделали эту коробочку, нам необходимо сделать вот такие вот тычинки. Тычинки мы будем делать из ниток черного цвета мулине. Для этого собрали мы вот так вот ниточки черного цвета, закрепили их посерединке. Затем берем коробочку мака, прикладываем и хорошенько крепим. Когда мы закрепим коробочку с этими нитками, мы должны закрепить в серединке этого мака. Чтобы закрепить, мы будем прошивать. После того, как мы закрепили серединку, мы разрежем эти петелечки, которые у нас здесь образовались, и распределим по периметру. И у нас получатся вот такие вот тычинки нашего мака. Листики мы делаем из ленты зеленого цвета, складываем пополам и вырезаем вот такой вот листик. Его тоже мы обрабатываем, обжигаем, затем складываем опять же пополам. И здесь аккуратненько по линии сгиба мы около огня проносим. И у нас получаются вот такие вот загибы, как у листика, они получаются как живыми. Затем мы их пришиваем. Для стеблей мы берем стебельков, мы берем ленточки 1,5-1 сантиметр зеленого цвета. Вот такие вот маки у вас получатся. Удачной вышивки!